По словам Андрея Иванова, глава поселения – это человек, отвечающий за все происходящее в конкретном муниципалитете. Чтобы поставленные цели были достигнуты, а жители довольны результатами, необходимо тесное сотрудничество местных и районных властей. Все темы, которые требуют дополнительной проработки со стороны администрации района или выхода на уровень правительства, также прошу вас озвучить, где нужна поддержка, помощь, где западают какие-то наши службы. Очень важно вот в этих перераспределениях полномочий, централизации. Горское перспективное и развивающееся поселение в Одинцовском районе. В муниципалитет входит 6 населенных пунктов. На его территории проживает порядка 20 тысяч человек. В горском поселении много внимания уделяется вопросам социальной сферы, культуры и образования. В жизни поселения особое место занимает спорт. Что касается физической культуры и спорта, то здесь как бы на нашей территории созданы все условия для этих мероприятий, и для футбола, и для игр, и для воркаута. У нас футбольные поля отреконструированы не только в Горках Вторых, в селе Знаменское, там любительское поле тоже покрытие все поменено, и в Большом Сареве. В Горском ремонтируются дороги, появляются пешеходные дорожки, а также экопарковки. Продолжаются работы по реконструкции сетей уличного освещения. Ведется ремонт подъездов в многоквартирных домах. Кроме того, активно ведется внедрение областной системы видеонаблюдения «Безопасный регион». У нас всего 123 камеры. Сейчас на данный момент мы передаем 23 камеры в безопасный город, которые на основных социальных объектах. А с дальнейшими вот проторговываем сейчас на данный момент торги у нас на обслуживание и эксплуатацию. А дальше будем заниматься всеми остальными камерами, которые у нас есть. В ближайшие месяцы в Лызлово и Лайково появятся две детские площадки. Современные и безопасные. А ко дню поселка, который празднуется в конце лета, завершится благоустройство парковой зоны вдоль Рублево-Успенского шоссе, где раскинется зеленый сквер. Эта встреча получилась продуктивной и полезной. Наша совместная работа вот как раз заключается в этих встречах конкретных, чтобы мы по нашим программам, по каждой позиции, которые мы планируем на каждый текущий год, конечно, желательно обсудить с нашим главой. Итоги за прошлый год подведены. Задачи и планы на будущее поставлены, а проблемные темы взяты на карандаш. Анна Пряхина, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».